на огромную радость, на чудо, на чистый четверг к Иисусу. Увидели что-то очень необычное в чистый четверг или около него, то в жизнь придет огромная радость сказать. Господь, в Твой чистый четверг я чудо ясно вижу, и знак Твой получил. Мне чудо Ты послал, и чудо в жизнь реальными событиями мне воплоти. Дай испытать мне радость, испытать дай счастье, пить огромными глотками. Дай чудо мне вдохнуть, дай легкости, блаженства, чтоб горечь после не пришла. Тебя просил и заклинал. И вот смотрите на эту странную картину. Это синичка. А синички, я посмотрела, у них потомство начинает быть в конце мая-апреля. Это начало самое апреля. Это 7 апреля. Завтра чистый четверг. Мы смотрим в среду. То есть у нее не может быть сейчас как бы потомство. Нет, это 5 апреля было. Это 5 апреля. У нее только еще должно быть гнездо. А это маленькая синичка. Это птенчик, я бы его не увидела. Буквально наступила бы. Но он спорхнул у меня под ногами. Это маленькая синичка. Вот она сидит и никак не улетает. Она не больная, она маленькая. Видите, у нее перышки коротенькие еще. Ее родители выкинули с гнезда, они так делают, и те сами летают. Вот такая интересная. Это чудо. Если вы такое сами что-то увидите, просите, это чудо впрямую перенесется в вашу жизнь. А в чистый четверг, естественно, это будет смытием чего-либо негативного.